Конструктивная часть сегодняшнего пленарного заседания была посвящена корректировке бюджета и подготовке города к летней оздоровительной кампании. Репортаж Игоря Гурьянова. Сведению финансовых показателей депутаты уделили целых 4 вопроса повестки, которые, если исключить цифирь, касались прежде всего социальной ориентированности городской казны. По-прежнему, несмотря на целый ряд объективных сложностей, бюджет продолжает оставаться социально ориентированным. Эти направления требуют около 80% городской казны. Рассмотрели и разделили депутаты и дополнительные поступления из бюджетов высших уровней. На поступившие деньги будут отремонтированы школы, будет профинансировано внедрение норм ГТО, активизируется переселение из ветхоаварийного жилья. Центральным вопросом стало рассмотрение готовности загородных детских комплексов к приему отдыхающих. Информацию можно уложить в одно слово – готовы. Традиционно организация детского отдыха идет по 3 направлениям. Это городские лагеря на базе школы домов творчества, базы муниципального учреждения отдых и детские социальные объекты ММК. В совокупности этим летом в городе и за его пределами отдохнут более 30 тысяч детей. Примерно поровну по 6,5 тысяч человек поток делят муниципалы и комбинатовские базы. 13 тысяч посетят городские лагеря, военно-спортивные сборы, дачу «Горный ручеек». Более 600 подростков летом будут работать в муниципальных предприятиях, управляющих компаниях, учреждениях здравоохранения. Управлением образования и образовательными учреждениями летний отдых детей дошкольного и школьного возраста будет организован традиционно через систему городских лагерей, организацию туристических походов, клубов по месту жительства и в загородном оздоровительном центре «Горный ручеек». Лето 2016 года в муниципальных загородных лагерях началось 24 мая. На сегодняшний день все базы отдыха приняты, и все базы отдыха приняты без одного замечания межведомственной городской комиссии. В соответствии с производственной программой ЧУ МКДОК в летний период 2016 года планируется оздоровить 6550 детей, в том числе 1850 детей работников ОАО ММК, 1873 ребенка работников, детей работников общей группы компаний. Оставшиеся путевки будут реализованы жителям города Магнитогорска, других муниципальных образований Челябинской области и Уральского федерального округа. Также депутаты приняли новую редакцию положения о льготном проезде в садовых маршрутах, утвердили новую редакцию положения о конкурсе «Моя магнитка» и внесли изменения в генеральный план развития города. Обычно проходной, на этот раз вопрос вызвал оживленную дискуссию. Прежде всего, народных избранников беспокоила экологическая составляющая. Ведь речь в корректировке генплана идет о строительстве крупных промышленных объектов в том числе. Эксперты объяснили, что уже на стадии разработки проекты проходят строжайший санитарный и экологический контроль. Следовательно, готовые объекты, среди которых новая агломерационная фабрика, будут удовлетворять самым жестким требованиям по охране окружающей среды. Но самым интересным, а для многих еще и очень актуальным вопросом повестки дня был следующий, когда депутаты принимали изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым гражданам в будни с 22:00, а в выходные с 23:00 предписывается слушать не музыку, а тишину. В противном случае стучать не по батарее, а вообще никуда не стучать, докладывать дежурному управлению внутренних дел по телефону 02. Если ваши действия будут юридически грамотными, то нарушить спокойствия грозит до 5000 рублей штрафа. Если это физлицо, юридическое лицо попадает на стольник. Простите за жаргонизмы, это самый понятный язык для тех, кто любит поорать по ночам. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.